Александр Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции. Цитата: «Благодарю за честную, безупречную службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», говорится в поздравлении. Глава государства обратил внимание, что в прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. Президент Беларуси вручил государственные награды и генеральские погоны. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце независимости. Здесь были отмечены деятели различных сфер, многодетные матери, а также высший офицерский состав. «Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра и созидания, людей творческих и, самое главное, нацеленных на результат», подчеркнул Александр Лукашенко. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия в преддверии Международного женского дня. В столице получить деньги можно будет с 5 марта, а в остальных объектах почтовой связи страны – 6. 8 числа будут работать только дежурные отделения. Подробности можно узнать в колл-центре по номеру 154. БелЖД назначила 19 дополнительных поездов на мартовские праздники. С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока, наибольшее количество составов предусмотрено на 5 и 8 марта. Более подробную информацию о времени отправления и стоимости проезда можно получить на сайте БелЖД с помощью официального мобильного приложения и по номеру 105. В Чехии стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону. Начнется он с женской эстафеты 4 по 6 километров. Выступят в этом виде программы и белорусские, которые отправятся на дистанцию под 6-м стартовым номером. Тренерский штаб сборной страны сделал ставку на Ирину Кривко, Динару Олимбекову, Анну Солу и Елену Крученкину.